Коллеги, добрый день. Мы тут в британском парламенте. И, собственно, очень интересно, что именно демократия британского варианта, она оказалась очень мобильной, да, и в данный момент, ну, собственно, является для нас неким примером демократии, хотя на самом деле в Британии также изначально не все могли голосовать, да, и женщины не могли голосовать до достаточно радикального движения суфражисток и до того, как в период войны и мужчинам без имущества разрешили голосовать. Поэтому, безусловно, многому нам стоит учиться, в том числе и у 650 условно-мажоритарных кандидатов, да, представителей палаты общин и экспертного сообщества, или же палаты лордов, да, которая вместе с монархом создает достаточно эффективное законодательство. Мы с вами говорили о White Policy Book, Green Policy Book, как инструментах, в том числе аналитики, политики, да, и в, собственно, ролике, который мы записывали сегодня, после общения с рядом коллег, которые работают в лоббировании и политическом консультировании. А как вы понимаете, при такой системе политические консультанты тут в спросе, ровно так же, как и лоббисты. Мы, собственно, пришли к пониманию, что система будет и далее эволюционировать, потому что многие избиратели, да, и многие представители общественных организаций недовольны тем, что бизнес как бы слишком влияет на эти процессы. Увидимся, задавайте свои вопросы, которые вам интересны о работе политконсультантов в Британии и о лоббизме, в том числе, ну, скажем так, иностранных структур, да, в общественной дипломатии, как мы сотрудничаем с Британией. Будем на связи. Меня зовут Катерина Одарченко, и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там вы найдете как отдельные комментарии, так и системные лекции про лоббизм и политический консалтинг.